Доброго времени суток. Сегодня я расскажу вам про хардмод босса джунглей, Плантеру. Она представляет собой огромный бутон цветка, у которого есть две фазы. Чтобы призвать Плантеру, нужно уничтожить три механических босса, после чего в подземных джунглях появится маленький бутон, который нужно разрушить. Перед тем, как решитесь сломать бутон, следует подготовить место, где вы будете сражаться. Перейдем к стадиям босса. В первой фазе она будет передвигаться с помощью крюков, которые наносят урон при касании. Атакует с помощью шипов. Чем меньше здоровья у Плантеры, тем быстрее скорострельность. Когда босс потеряет около 20% здоровья, появятся большие отскакивающие шипы. При потере более половины здоровья Плантера перейдет во вторую фазу. Ее внешний вид изменится. Появляется большое количество маленьких щупалец, которые будут атаковать вас. Сама Плантера будет стараться таранить игрока. Очень важный момент, ни в коем случае не пытайтесь драться с боссом вне подземных джунглях, так как в других биомах она получает огромную прибавку к характеристикам. Скорее всего, моментально убьет вас. Используя святой сет и мега-акулу с кристальными пулями, битва выйдет не очень сложной. После убийства Плантеры вы сможете посетить храм джунглей, в котором ждет следующий босс. О нем я расскажу в другой раз. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, вы можете подписаться и таким образом поддержать мой канал. Кроме того, не забывайте предлагать свои идеи для новых видео.